Госдолг США превысил 20 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд. Внушительную сумму президент Трамп получил в наследство от предшественников и решил ее увеличить на 318 миллиардов долларов. Первые 15 миллиардов займа отправятся пострадавшим от урагана Харви. Тем не менее, у США не самые худшие показатели ВВП. Среди стран большой двадцатки рекордсмен Япония. Ее госдолг в два раза превышает внутренний валовый продукт.